И, друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И у меня сегодня в гостях Даурен Айджариков. Он очень-очень-очень крутой танцор в номинации «Паппинг». Кстати, недавно проходил в Германии крупный мировой чемп, где собираются самые сильные танцоры в мире. И в номинации «Паппинг» Даур занял первое место. Всех выиграл. Вот, тут листаю его инстаграм. Можете подписаться, посмотреть. Если вам интересен стиль «Паппинг» или танцы в целом, кстати, можете ему написать. Стендапе, да? Не, это Баха. А, Бах, это... Стендапе там что-то участвует. Чего у него, кстати, эти рассказы, как у него идет? Ну, прикольно, там вроде бы сейчас привыкает к микрофону, но вначале вообще было так себе. Типа мандраж. Тишина, да? Да, мандраж там все путает. Сейчас он уже чаще выступает. И у него небольшое там выступление, там, кажется, 10 шуток готовят. Там буквально 2-3 минуты выступления, там их просто скажет. Mm-hmm. И потом... Я тоже участвовал в открытом микрофоне. И что, как тяжело? Ну, материал я, в принципе, быстро написал, который я хотел рассказать. Mm-hmm. Вот. И да, такой мандраж был. Я вообще перед этим типа чуть-чуть выпил, чтобы как-то храбрости больше было. Еще тогда этот Боря организовывал это. И там пришли Таня, получается, там Малька была, еще там, типа, Лера, вот, кажется, точно не помню. Ну, в общем, друзья были. Вот. И они, грубо, все смеялись, конечно. Всем остальным вроде так тоже заходило. Но не прям так, что... Если не смешно, тоже смеются, да? Нет. Не, просто они хлопают, если не смешно. А, да? Да. Да, вроде бы там сама публика всегда разогретая, да? Ну, не всегда. Расположена. Да. Бах даже говорил, он вроде бы он что-то не смешно, там что-то... Типа не рассчитывал, что это быстро, просто сказал, там что-то угорают. А, там что, у него же усы, он коротко же был у него до этого... 32, да, какой-то сериал есть? 532? 532. Mm-hmm. На кого-то был похож? Персонаж или, типа, похож на него, приходит, типа, я 532. Все как начали крутить, может, я так вот не помню. Я сам не помню, чем прикол. А, вы сам не смотрел сериал? Не, он смотрел. Я просто так сказал, типа, то, что вот на него похож. Что-то как-то отбивочек включаю, там что-то взял, трещит, он вообще не рассчитывал, что это, типа, это было смешно. А так, да, там экспериментировать. Ну, кстати, вот человек у меня этот свяжется, он тоже стендапер, и он тоже Борю знаком. Это там Баха. То ли из этого приведет, тоже значит, он стендап. Ну, Баха он чуть затупил, он года два назад начал стендап, может, полтора. Интересоваться, выступал, короче. И он вообще планировал, видимо, это больше финансовый, типа, выступать, и потом там. Там же что-то они тоже зарабатывают, ты должен на полчаса какой-то, ну, крутые стендаперы уже. И он такой, хоп-хоп, прикольная тема, и пару выступлений сделал, и, короче, забил. Это очень долго. Потом это все... в вашем духе. Все забивать. Ну, начинать, там, план расписывать, все такое, а потом типа, ай, ладно. У меня же КМС поэтому. Да-да-да. Это тоже прям читается, что шутка оттуда. Да? Ну, как будто со стендапа, да. С макияла такого. Да, да. А так вот... Скоро ЗМС получу. ЗМС. Если что-то надо бросить, это ко мне. Обращайтесь. Знаете, сколько у меня бывшие, да? Они сами даже не в курсе, что они бывшие. Эти бывшие даже, типа, придуманные, да? Стабильные только руки. Никогда не откажет. Мне этот не так много времени, если что. Угу. Так, да.
Это поздно, да? Выпить обычно ты пораньше? Да, да. Все такое. С тренажерки идет. А тут я думаю, ты подкачался. Ну это я сейчас на пампе просто. А так я худой. Вы заметили, что вроде бы недавно подкачался. Прикольно, прикольно, заново ходить. Я заново начал ходить. Ну я уже по идее примерно полгода хожу. Более-менее. Просто у меня там был перерыв месяц, он прям все испортил по идее. Весь мышечный рост. Что вот когда в Германию ездил. Ну как, не именно вот эта последняя поездка, а до этого мы, получается, практически на месяц были в Европе. Вот. А вот этот, который батл ты выиграл недавно, это он был прям недавно-недавно? Да, он был буквально недели... Недели-две назад, наверное. Да, я пост прочитал, уже прикольный был. Написали нам типа конкурс, учитель. Типа учитель танцев. Учитель танцев из Казахстана выиграл танцевальный конкурс. Никнейм Даурен Поп. Даурен Поп. Это несерьезно написано. Ну ладно. А что тебе потом после этого подставили там, или новости там, какие-то? Как? Какие-нибудь там новости. Или я что, пришлось? Здрасте. Да. Мы пойдем погуляем в этом. Сейчас. Да. Типа там новостные, интервью, типа всякое такое, что-нибудь типа. Нет, такого. Видишь, Это же капец прикольно, тут мощно, что выглядит. Да, да. Эти новостные порталы, все такое, они не признают это до конца. Не признаешь? Да. Типа это не так круто, да? Это же не спорт. Или не бейбой, да? Или не шахматист, там наш шахматист, какого-то чемпиона мира, выиграл на каком-то соревновании. Это же Мейсона Карлсона, кажется, да? Магнус Карлсон. Магнус, да. Это, по идее, прикольно, да. Как мотив, скажу, и скажу, да. Ну, это где танцы тоже? Но почему так не оценивается танцы? Потому что у нас, это, у нас же такое восприятие, что это просто развлечение танцы. Ну, а когда ты на соревнованиях участвуешь, это все равно не воспринимается так, словно ты на каких-то крупных, больших соревнованиях. Ну, типа, что они же танцуешь, все танцуют. Ну, да, со временем поменяется, может. Ну, какая же брейкинг сейчас же олимпийский, да? Может, по времени на любви стили как-то выдавится. Ну, не знаю, мне кажется, вряд ли.
Что-то он с вашего магаза покупает вещи? Нет. Нет? Я не видел его. Нет, магаз. И Баха тоже, да? Да, ну, и все на Бахе. Я типа вышел и сказал, что я типа, ничего не буду делать. И Баха там сам. Ну, имеется в виду, у меня интерес пропал. И я просто Бахе сказал, что типа, мой процент себе забирай. И мне интересно. Я вот в какой-то момент решил все забросить, и магаз, и типа футблок, mm-hmm. блогерство, и сейчас акцент только на стрижку, и как блогер, ну, видосы сейчас о стрижке, и в принципе здесь развиваться. Так, это правило, на самом деле. Я так просто подумал, много очень распылялся, энергию тратил. Фокус теряется. Да, фокус, и ты, получается, ни там, нигде не успеваешь. Я решил сейчас здесь больше энергии сюда, чтобы разбежать лучше. Ну, вроде бы вот туда сюда снимаю, вроде бы теперь туда залить. Там потом сейчас дальше он двигается, думать. А тиктоки что, снимаешь? Да, тики. А, эти же видосы просто кидаешь? Да, кусочки там фильмы такие. С одного видоса один кусочек маленький режу. А так на коробке видос у меня там отдельные рубрики. А, ну ты видел, наверное, да? Я там подхожу, типа бесплатную стрижку, подхожу там что-то. Ну, самое много набирать, когда я докапываюсь. Типа вопросы спрашиваю, там, типа, где вы стрижетесь, там, типа, сколько стоит стрижка, там, типа, если я, допустим. Ты прям вот сюда выходишь просто? Да, вот сюда. Только же на Панфилову. Студенты ходят туда-сюда, просто подхожу, спрашиваю. Ты на Панфилову выходишь? Да. То есть им надо прям идти, да? Да, да. Ну там просто больше людей. Иногда здесь тоже снимаю, когда много людей, так обычно здесь тишина. Когда тут тишина, я туда на Панфилово выхожу. И люди проходят, там что-то спрашивают. Просто вот я, ты же видел, бесплатные стрижки делал, это, короче, очень долго. Типа походить, поспрашивать, потом еще час стричь. Короче, а сама стрижка много не набирает, короче, посмотрят. Набирает, когда я подхожу, что-то спрашиваю. Сам процесс. Я, короче, засниму, подойду, просто спрошу, там, сколько стоит стрижка. Чувак один сказал, типа, 20 тысяч, деньги, типа, за стрижку парит. Потом я такой, в шоке, со мной реально. Типа, я говорю, что сам начал. За 19 постригу только? Я такой, нифига себе, ну ладно, спасибо, давай, пока. И, короче, там на секунду 15 просто выложил этот видос. И все, ну как, стрельнул, короче. Я везде стрельнул, на Ютубе, на ТикТоке, в Инсте. Тебе надо было сказать, а можно я твою прическу сниму на видео? Да, потом написать, типа, что вот так вот, такая стрижка стоит 20 тысяч тенге. Да. Не знаю. Ну и вот такие, короче, приколы, они как-то заходят больше. Или, короче, коробки снимаю. Ну и да, думаю, там сейчас чуть-чуть проанализирую, что лучше, короче, выгоднее. Чтобы поменьше до времени тратила, и тогда эта рубрика интересна. Пока что прям такую одну мощную рубрику, пока что еще нету. Есть идеи? Там даже несколько идей, короче, записано. Нужно сейчас открыть, почитать, посмотреть. А вот эту рубрику, которую я начал, немножко тоже сложная, типа цена на повышение. Я к двум подошел уже, было начали с нуля, чуваку подхожу, вот типа ноль, сколько оплатишь, типа он, короче, 1500 платил. За стрижку? Да, за стрижку я его постриг, это все заснял. Потом я ко второму подошел, короче, я говорю, у тебя цена от 1500, он, короче, заплатил 2023. Вот теперь мне нужно подойти к третьему, уже от 2000, ну, короче, вот так на повышение. Будет круто, если кто-то поднимет всего на 1 тенге. Ну вот, такое тоже возможно. Потому что это больше вызовет реакцию. Да, да. Ну вот, и вот это снимать, она, короче, долгая рубрика. Я в основном на Бахе телефон снимаю. У него 15-й, да? У него 14-й Pro. Вот, ну куда же, если там фигню снимаем, то качество на себя залетает. А я вот на свой. Он получается какой-то телефон вот этот Vivo, он ютуберский, вот такой горизонтальный, он нормально снимает, качество хорошее. Вот на вертикальное поворачиваешь, все в пикселях, короче. Капец.
И вот, и поэтому у меня как бы свой телефон. Ну, походу, айфон надо брать тебе. Ну, походу, ребятами, айфон надо брать. Это нужно говорить донатер, который мне захочет. Выкладывай на Twitch. Да. Ах, нет, Twitch, это же чисто эти вроде стримы. Там, по-моему, моды тоже есть. А что ты не выходишь реально вот так вот? Кто-то приходит и вышел в Twitch. Twitch. Вот ты мне сейчас это сказал. Идею. Да. Ну, я в Twitch зарегал, у меня он скачан. Я когда вот видео занимался, выходил в прямые эфиры. А там, по-моему, вообще мой просмотр был. Сейчас вот надо... Вот над этим тоже работаю, нужно. По сути, вот этот YouTube я сейчас тестирую. Реально отлично, я даже тоже зайти как-нибудь попробовать. Ну вот, на YouTube это будет, получается, четвертый видос, наверное, или последний. Пять дней. И первый видос я вообще тестово выложил. Там на 3 минуты, он, короче, сразу там 200 просмотров вышло. И люди рядом комментируют, пишут. Потом я второй видос выложил на полчаса, потому что поставил. И как есть, выложил, там 30 минут, человек, и люди какие-то тоже смотрят. Хотя мы вот так вот, ну вот как раз болтаем, проведем людям интересно. Там что-то потом комментарии пишут там. Да, это залипательный контент. Ты потом можешь делать шорты тоже. Типа, допустим, вот как я вначале сидел, и потом просто там щелчок, грубо говоря, и уже подсрезали. Так вообще надо убить, попасть. Тоже интересно. А опять это контент. Ну я когда так делаю всякие прикольчики, они не прям вау заходят. Просто я понял, что, допустим, моей аудитории нравится только танцы, грубо говоря, тренировочные всякие процессы, советы там. Интервьюшки ты делали, да? Ну я это делал, да, я, он тоже когда как заходит, советы всякие там. Сейчас уже такое не записываю. А вы что там с Аликом, Шадром что-то там записывали или где? Да, да, такое тоже записывали. Дизи, да, по-моему? Дизи, кажется. Ну да, мы же амбассадоры, и вот контент есть тоже где-то. Идея контента прикольная штука, вот так, снимать. У меня вот бесплатных стрижек, короче, 3 человека уже пришло. Что я именно бесплатные стрижки снимал. Потом вот именно... с ТикТока, с коротких видосов. Там даже люди, которые, кажется, я подходил, спрашивал просто. А вот эти люди сами же не приходили? Повторно не приходили. По идее, я думал, было рассчитано на то, что они потом повторно придут, но кажется, еще нет. Я вообще эту идею я взял у чувака, который в Дубае стрижет. У него такой, он, короче, два барбершопа в Дубае. Они, короче, работают с теми, они бесплатно стрижут, короче, ну, полная запись на месяц. А, я думал, как прокачали. Человек приходит, стрижется бесплатно, ему нравится, там, сервис, и он бесплатно приходит. Я так понял, это разные аудитории. У нас, например, видимо, аудитория этих подальщиков, которые, видимо, студенты, которые... Может, если там послышишься, то это круто, и все. Я тебе предлагаю выходить в костюме, истричь в костюме. В костюме? Да. Ну, это сразу показывает твою официальность, все такое. Здесь все классно оформить, все сделать. Красиво все выглядит. Картинка классно выглядит. Это будет сразу показывать, мне кажется, что ты такой чувак, который...
ну, типа, нормально дорабатывать и все такое. И такую тему делать, как акция. И для твоего имиджа это будет круто выглядеть. Да, да, ну, потому что ты просто в футболке двигаешься, как просто так, пацан, короче, такой. Да, надо на внешности поработать. На внешности поработать. Да, да, вот мы говорили уже. Видимо, чувак Адик, он тоже видео снимает. Он мне говорил, что надо, короче, на внешности поработать. Да, какой-то костюм, какой-то приятно выглядит, короче. Какой-то отличный дрон создавать, она. Ну или какую-то еще фишку делать, там, я не знаю, перед. Перед стрижкой что-то, какой-то ништячок давать. Угу. Потом вернуться в еду, типа, перевозки, короче, хот-дог, типа, колы, все. Надо, да, какую-то такую идею интересную придумать. Или, допустим, этих искать каких-нибудь, типа, коучев или еще кого-то. Да, по идее, вот эти идеи тоже. Они вот так сидели, могли тебе что-то рассказывать, интересное что-то. Все равно у них время идет, а ты у них спрашиваешь. Топ-5 советов предпринимателей. Или ты можешь сейчас сказать топ-5 советов от Даулена для танцевать? Топ. Подписывайтесь на мой аккаунт, в инсте, все узнаете там. Да. Вы узнаете, как выигрывать батлы. Конкурсы. Как выиграть мировые конкурсы. Тебе сначала нужно какой-то курс продать, то есть сделать. Ну да, мы уже записали его, сейчас он на стадии монтажа. Ты именно вот курс танцевальный? Угу. Но я не буду его прям так позиционировать, как курс. Просто будет переименование, грубо говоря, что у нас прям Академия Паппинга. Академия? Да, что можно заниматься офлайн у нас, либо онлайн через этот видеокурс. Но все это будет восприниматься как Академия Паппинга, это еще большая школа. Для всех уровней? Да. Это он тут пацанчик что делает, кто приходил с ним? Эрбол. Да. Thank you.
Вроде бы комик хорошо минус. Еще друзья, да? Не рано? Нормально. Не рано? Делать? Да. Нормально. Да не они уже обросли сильно волосы. По сути. Ну а ты какие можешь дать советы, если человек хочет заняться барберством? Чем барберством? Кому и вот он сам, а ты? Кому ему нужно прийти на обучение? Так, ну советы для начинающих. Типа я не помню просто, кто хочет обучиться. Да, да, кто хочет стать барбером. Угу. Ну, если хотите работать на себя. Делать людей лиф. Красивее. Красивее. Да. И чё, продолжай что-то? Я просто шутку. Типа людей делать лучше, красивее, успешнее. То нужно становиться барбером. Ну всё. Ну, самый большой плюс это то, что ты можешь... Ну, типа, обучиться и работать, в принципе, в любой точке мира. Mm-hmm. Сам на себе. Да. Ну, и даже в том, что у нас в Казахстане это, ну, как бы, низко ценится сфера. Допустим, в Европе, в Америке, ну, эта работа оплачивается еще больше. Mm-hmm. Ну, типа, если обучиться, то всегда тебе напряжение. Да, потому что это основная работа не связана с языком, но именно с твоим любимым. А язык типа он потом со временем придумает. Да, да. Ну, или должно нужно качественно, классно делать, и потом, ну реально, это вот, наверное, так само будет открыться, что может поехать, и что ты мог даже зарабатывать себя нормально. Ну и второй мой плюс, ну то, что я считаю это вообще классно, то, что ты, в принципе, работаешь сам на себя. И даже мастера, которые работают с нами, если тебе что-то не нравится, тебе ты можешь по-любому уволиться, и уже сам искать себе немножко слова подходящего. Это же да, сильно не зависит. Да, да. Но это вначале начинаешь мастерами по-любому зависеть, там, пару лет надо опыт набраться, а уже потом всегда типа, уверенность, там, слоится, потянешь, и уже потом типа, ты можешь сам выбирать условия, типа, выбирать базы, выбирать что-то. Да, ну, в принципе, так и сделаем. Когда мне что-то не нравилось, потом мне что-то не нравится. И потом сам на себя, ну, короче, потихоньку развивается. Работа очень интересная, потому что разные знакомые, люди шинты, танцор, которые мировые батлы выигрывают, и уже так пообщаться можно. Да, это, кстати, прикольная тема, что если у девчонок, типа, они ходят на маникюр и там сплетничают, общаются, все такое обсуждается, то мужики это с барберами, да? Ну, не все, конечно, но есть такие. Да, там могут какие-то связи проявиться, когда нам прикольно. Угу. Мне там чувак все равно там все тумака встретится. То есть, когда там какая-то связь, проблемки там что-то дают. Вряд ли ты ему позвонишь. Ну, навряд ли ему позвонишь. А, чё? Когда я у тебя встретился? Кто? А, я помню, мне не понравилось. Еще приедет, еще хуже сделает. Ну, кстати, что ты там, законно работаешь?
Налоги оплачиваешь? Можно твою историю посмотреть? Историю жизни? Браузер. Ты же ее прочищаешь каждый день. По IP видим, что ты делаешь. Наверное. 31 минута всего. Короче, подписывайтесь на Даура. Укажи его Инстаграм. Дарин Пап. Давайте всем пока.